Россия, вот Россия, вот российская земля. Про тебя, моя Россия, честь и славушка легла. На Всероссийский фестиваль семейного художественного творчества в Самару съехались участники со всей страны. Открылся фестиваль на сцене этнопарка «Дружба народов», в котором приняли участие коллективы разных национальностей. Я очень рада вас приветствовать здесь сегодня, на этом замечательном празднике, на Всероссийском фестивале «Семья России». Про семейные ценности сегодня уже было очень много сказано, это действительно важно. И то, что мы это ценим, этим дорожим, это пример того, что сегодня здесь собралось столько людей. Я благодарна нашим гостям, которые доехали до Самарской области для того, чтобы нас порадовать своим творчеством. Семья Буровых приехала из Волгограда. Много лет назад они создали ансамбль донских казаков под названием «Семья». В песнях воспевают народные традиции и казачью культуру. Свой репертуар исполнили на сцене этнопарка «Дружба народов». Уверены, такие фестивали помогают жителям страны больше узнать о национальных традициях проживающих здесь народов и предотвращают непонимание. В этнопарке впервые. Это удивительное место, нам очень понравилось. Зима новая. Да, очень много интересного, нового для себя почерпнули в плане разнообразия вот этих традиций и этносов, разных, и их культур. Гости фестиваля могли заглянуть в национальные подворья, познакомиться с бытом разных народов, проживающих на Самарской земле. Работала выставка изделий декоративно-прикладного творчества «Трогательная ярмарка». Супруги Погодины привезли поделки из трав, произрастающих на солнечной поляне. Так называется их село. Здесь и куклы-обереги, и головные уборы, и украшения для дома. То есть это травы наши местные, которые, в общем-то, вдохновляют к творчеству. И как художника здесь, в общем-то, минимальная работа. То есть именно собрать и вот в нужном порядке все это расположить. Гости праздника отмечали, такие фестивали важны. Они сплачивают жителей региона и страны в целом. Помогают проникнуться национальными традициями и культурой. Нам очень нравится. Мы уже не первый раз здесь, поэтому нам все нравится. Ну, мы очень довольны, очень много красивых локаций. То, что есть возможность посетить дома всей семьей. Это замечательно. Ну, я считаю, это скрепляет семью. Здорово. Здесь мы чувствуем, что все вместе, что мы один народ, одна страна. Несмотря на то, что разные немножко цветом кожи, цветом волос, акцентом, языком, но мы все вместе дружны и живем на одной земле. На фестивале также работали площадка «Семейная библиотека» и гастрономические локации, на которых можно было отведать национальную кухню. Виктория Шаре, Константин Головин. События.